Приветствуем всех любителей хоккея в Красноярске на льду Платинум Арены. Сегодня очередной матч Олимбет чемпионата молодежной хоккейной лиги. Встречаются представители серебряного дивизиона Восточной конференции. Красноярские Рыси принимают ладью из города Тольятти. Итак, игра стартовала. Пошла ответная атака Мартынов. Бросок по воротам. Шевченко отбил прямо перед собой практически, но помогли партнеры здесь. Осматривается, раскатывается, подключает Бегаева. Тот здорово соперник обыграл, бросил и забросил шайбу в ворота. 1-0. Лучший бомбардир красноярской команды пополняет свой лицевой счет. 9-я шайба в этом сезоне, 18-е набранное очко. Ну и тут все, собственно, сделал сам. Получил передачу от Малкова, вошел в зону, обыграл довольно изящно Марата Калимуллина и ближний угол. Вторая шайба. Шевченко зацепил ее, как мы видим, но выручить не сумел. Вот тут уже ошибка Рыси в своей зоне. Могут гости наказать. Бросок в створ, но Подлипаев на месте спасает. Он после вот этого броска Михаила Чечеля. Передача. Ой, как опасно. Ой, еще более опасно. Вот этот Швайковский уже из-за лицевой линии выкатывал на пятак. Мимо. Баськов пытался шайбу подкорректировать. Подкорректировать ее траекторию полета. Дальше Маслов выходит на бросок и попадает. Гордей Маслов точно в левый от себя угол. 2-0. Все гениальное просто, как мы видим. Гордей Маслов. Два соперника перед ним. Бросок. Там чуть ли не с рикошетом от штанги шайба заходит в ворота. Шевченко был не в силах спасти. Итак, 2-0. Рыси закрепляют свой успех. Ну и ничего, опять не удается делать ладье. Волков катит на Баськова. Хорошая пауза. И точный бросок в исполнении Егора Волкова. 3-0 становится счет в начале третьего периода. Классная контратака хозяев. Тут классным обманным движением убрал соперника со своего пути. Вот, смотрим, Волков здесь шайбу подбирает. Катит с рикошетом от борта на Баськова. Два соперника рядом с ним. Адресует шайбу обратно 80 номера. Ну и бросок точно в угол. Ну, такими бросками сегодняшнего дебютанта ладьи Сергея Шевченко есть определенные проблемы. В сегодняшнем матче гол Гордея Маслова примерно из той же оперы. Волков. Передача вперед. Доловых зацепился. Швайковский абсолютно один на дальней штанге. И Доловых сам идет в атаку. И снова на месте. Оказывается, Сергей Шевченко. Все на этом. Звучит у нас финальная сирена. 3-0. Красноярские Рыси одерживают уверенную победу над командой «Ладья» в матче чемпионата, Олимбет чемпионата молодежной хоккейной лиги. Поздравляем с сухим матчем Михаила Подлипаева. Сегодня же для вас работал комментатор Антон Сазонтов. Всего доброго и до новых встреч на хоккее.